этому ремеслу Татьяна Панова училась, как и полагается, в Вологде. Ее дипломная работа «Кружевная вставка к платью» выставлялась на ВДНХ. Татьяне Пановой предлагали остаться в училище мастером производственного обучения. А она вернулась домой, чтобы научить вологодскому кружеву своих землячек. Работает в студии «Снежинка». Все, что необходимо для плетения кружев, в клубе есть. Студия «Снежинка» действует при детско-юношеском центре «Перспектива». Возрастная категория учениц Татьяны Степановны различна. Это пожилые женщины, студентки и школьницы. Сегодня идут занятия для самых юных. Для работы у педагога и воспитанниц подушка валик, подставка под нее, чертеж, булавки, нитки и коклюшки. Научить держать в руках воспитанниц сразу несколько атрибутов плетения – дело непростое. Если сразу взять и держать все 12-16 штук, наверное, это очень сложно. Даже 4 коклюшки не лежат в руках. А постепенно обучая ребят, мы их приучаем брать больше и больше в руки. И для них это уже не страшно. Поэтапно вот такой режим для них. И они удачно уже удерживают 6-8 коклюшек. Татьяна Панова – единственный преподаватель вологодского кружеплетения в Приангарии. Прежде чем самой обучиться этому ремеслу, занималась различными видами рукоделий. Узнав, что есть возможность поехать в Вологду и научиться редкому плетению, бросила все и уехала в чужой город на 3 года. Теперь вместе с учениками может руками сотворить самые сложные вещи. Плетем различные сувениры, украшения небольшие для женской одежды. И заканчиваем блузами, пелеринами, крупными изделиями, авторскими работами. Работы Татьяны Пановой в Приангарии оцениваются очень высоко. В конце сентября на Всероссийской выставке мастеров прикладного искусства она заняла 2-е место. Получила звание мастера Иркутской области и диплом. Такое признание Татьяне Степановне очень приятно, но дороже признание учениц, которые влюблены как в своего преподавателя, так и в его дело. Добрая, трудолюбивая, ласковая, красивая и умная. Мне захотелось поучиться, попробовать. Что это такое? Педагог у нас хороший, помогает всем. Признание учеников и людей, которые ценят труд мастера, вызывает у Татьяны Пановой радость, волнение и еще большее восхищение вологодским кружевом. А значит, еще долго не иссякнет желание дарить окружающим кружевную красоту. Марина Тингова, Михаил Тырышкин, «Местное время».